Так, лекция на тему цели мануала. Мануал – это документ, который предоставляет информацию, необходимую сотруднику департамента для исполнения его обязанностей. Мануал описывает регламент действий при различных ситуациях, структуры должностей и званий, цели и ценности департамента, а также его организацию. Основная цель мануала – это представление необходимой информации, которая нужна для работы в департаменте. Чтобы достичь наиболее высокой результативности работы, в мануале собрана вся информация о департаменте. Использовать мануал для получения информации может только сотрудник департамента. Передача, копирование и распространение информации из данного мануала запрещены. Мануал является собственностью департамента полиции штатов. Вопросы есть по лекции? Нет. Нет. Да. Отлично. Так. Можно ли рассказывать про мануал своим друзьям? Нет. Нет. Не. Не? Нет. Нет. Нет, все понял. Хорошо, лекция окончена.